Ну, Rapid Fire, это, грубо говоря, что это? Это просто, типа, возможность нажимать быстро кнопку. Что при зажиме она работает бесконечно. То есть это стандартная функция Windows. Вот. Там важно, чтобы твоя кнопка просто не даст, короче, эффект. Там важно именно, что твоя кнопка, которую ты жмешь, имела альтернативное значение, там что-то типа как принятие. Вот это вот надо настроить. Тогда будет работать. Так, по-моему, меня спалили. Квангмури пужокабнида. Квангмури опненде чакку илман шикилэйо? Оу, наи йоанги. Малай поки! Ну. Итак. Ну, нормальный такой Building Bust. Нормально так на 3-10. Я говорю, в барак главное врезаться. Все, теперь можно в макро, в принципе, играть. А, я думаю, что-то у меня газа мало, пока я его не добываю. Блин, уже застреливают меня. Это же были панели, ну. Это что, жесткие, жесткие. Дэгунжуга то 필요합니다. 대군주 어떻게 생긴지 알죠? 포동포동. 대군주가 더 필요한 광물 대출은 불가능합니다. 딱. 인구수가 막혔습니다. 제발 대군주 좀 뽑아요.
Скорость. Так, заказываем скорость на 5-й минуте. Записывайте в блокнотике срочно. Ну, типа, чтобы вы не перепутали, когда будете пытаться повторить. Развел меня. Вот этого чувака этот миссия. Смотрите, ай, сейчас какая пакость будет просто. Какая просто пакость. Он-то меня законтрил, но он тут кое о чем не догадывается. Под скоростями меня уже больше будет пробегать. А что тут за ДПС? Не, ладно, все, законтрил. Или нет? Походу, еще не до конца доконтрил меня. Там этот не лужа, а как это? Там, короче, жаркое уже. Да чуваку выиграть он старался. Блин, я бы дал, честно, но... У меня есть проблема одна тут. То, что если я это сделаю... Мне надо будет намного дольше вылазить дальше, повыше. Так, сколько с одной базы? 900. С одной базы по газу... 325, то есть тут вот тут 900 у нас, вот тут 1200. Ну, то есть, в принципе, у нас, да, сейчас выглядит все хорошо. Я в плане, чтобы бесконечно зергов, бейнов там делать. О, мне не хватило на апгрейд. Даже еще немножко рабочих поделать. Медаль, да. Медаль ему по-любому. Довести рубрику какую-то. Типа, кому даете приз зрительских симпатий какой-нибудь, короче. Должен у нас, я думаю, состояться. Вы определяли, короче, кто у нас из соперников самый оказался злодей. Я пока что по-любому он. Он фармит моих оверов, бегает. Бесстрашный просто. Просто бесстрашный тип. Вот этот отряд, он просто пошел и все порешал вообще, все, что здесь происходило. Что случилось, короче? Как бы так...
И чтобы не совсем на этом останавливаться, и чтобы как бы не упустить важных деталей. Короче, он 10 минут сдерживает Беллинг Баст. Если вкратце. И викинги. Будет опять моих оверов убивать. Немножко дрончиков добавим. Потому что это вообще мало реса. Герой нашего времени, но... Сейчас его ждет, конечно, испытание. Не знаю, как думаете, следующее испытание он справится? То есть, было уже... Ну, было одно испытание. Это были, ну, небольшая атака беллингами. Эллингами. Он ее, ну, так... Честно, короче, ее сдержал. Еще сражаться пришел. Да что за фигня? Напортил мне тут минералку. Смотрите, улетать собрался. Не, ну этот явно, ну, супергерой. Точно Мару. Нет, это ты как бы без вариантов, да. Блин, еще одну базу, что ли, взять? Чисто по минеральчику, так что. А то... Минерала. А, не, нормально, хватает минерала. Сейчас, короче, будет жесть. Сюда мы, да... Дополнительных немножко ребятушек подделаем. Да, 200 лимита бэйнов сейчас будет. Energy up, go. Power up. Если бы он мне кинул 5 батлов, наверное, я бы успел. Ну, типа, взорвать его. Так, сколько еще ресов надо? Так. Скрываемся. Ко мне полетел дроп. Я думаю, погнали. Обанашеньки! А это успел поднять. Черт, не надо, пожалуйста. Не убивай. Не, я думаю, он как... Он изначально дрался с Бэйнами, я думаю, он должен закончить с ними драться. Пускай покажет сейчас этого Бьяна, да? Мы не будем на него нападать лингами или еще кем-нибудь. У нас будет правило, исключительно Бэйны будут.
Ну как пропустил? Ты ж писал привет. Я думал, ты тут. А так да, тут прям, ну, нормально это. Тут были дропы слонов, слонидусы, короче, вообще полный фарш. Так, что он сейчас делает? Он что-то сделал и собрался дальше. Ладно, дадим ему возможность помикрить. Нет, он решил, что не надо.